Сегодня мы расскажем, как построить по-настоящему теплый дом, используя набирающую популярность в скандинавских странах технологию. Для этого мы будем использовать инновационное решение – комбинацию каменной ваты и теплоизоляции PIR. Финские каркасные дома сейчас очень популярны. Традиционно утепление таких домов состоит из основного утепления каменной ваты, расположенной между каркасными стойками, и перекрестного утепления толщиной 45-50 мм каменной ваты, расположенного по стойкам каркаса внутри дома. При этом пленка пароизоляции находится между основным утеплением и перекрестным. В этом доме мы решили использовать набирающую популярность в скандинавских странах технологию утепления каркасных стен. А именно, между стойками каркаса мы применяем каменную вату, а в качестве перекрестного утепления мы решили использовать плиты Logic PIR от Технониколь. Благодаря комбинированной теплоизоляции мы, во-первых, улучшаем энергоэффективность дома, используя PIR-плиты с рекордно низкой теплопроводностью. Во-вторых, мы исключаем мостики холода, которые возникают между стойками каркаса и бруском, который используется во время перекрестного утепления каменной ватой. В-третьих, благодаря фольгированной обкладке PIR мы исключаем необходимость использования дополнительной пароизоляции. Также необходимо отметить, что PIR – это безопасный для человека материал, что, безусловно, важно при внутреннем утеплении дома. Поговорим про монтаж PIR-плит. Для удобства стыковки плит существует L-кромка. L-кромка представляет собой отформованные торцы, позволяющие создать непрерывный теплоизоляционный контур без мостиков холода. Для лучшей герметичности стыки плит обрабатываются клей-пеной Logic PIR и проклеиваются специальной алюминиевой лентой. Чтобы надежно зафиксировать плиты, используются бруски. Для фиксации брусков используем подходящие под основание саморезы. Сами бруски создают зазор, позволяющий аккуратно монтировать между ними инженерные системы. В качестве финишной отделки стен можно использовать гипсокартон или другие материалы. Работы по утеплению в доме завершены. Благодаря качественному комбинированному утеплению комфортный микроклимат в доме будет сохраняться в любое время года.